Всем огромный привет! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. Прежде всего, я вас хочу поздравить с Новым годом. Пожелать вам огромного счастья, крепкого здоровья, мира над головой и всего самого-самого наилучшего. И я, как в поле чудес, воспользуюсь случаем и поздравлю свою доченьку с рождением внука. Вот. Ну, я поздравляю ее, желаю ей и внучку всего самого-самого доброго и всего самого хорошего. Пусть все сбудется, все, что она хочет. Я ей купила вот такой букетик цветочков. Спасибо. Это именно для нее. Такой красивый. А сейчас хорошо сказка сказывается, нужно и дело сделать. Завтра к нам приедут гости, и мы готовим мясо. У нас здесь 4 килограмма свинины. Посмотрите, какие кусочки. Очень-очень аппетитные и красивые. Сейчас мы их посолим, чесночком посыпем и поперчим. И зальем все это венцом. И вот такой вот у нас маринад получится. И оставим это на ночь. А завтра мы это все зажарим. И будет неимоверная вкуснятина. Жир, конечно, я срезала. Это задняя часть свинины. Ну, красивые кусочки мяса. Особо жира нет. Ну, сейчас мне нужно порезать чесночок. Я его режу ножичком. Вот так вот, миленько. Для удобства я себе сделаю, в чашку насыпаю столовую ложку соли. С горкой вы видели, да? И перца. Ну, это тоже по вкусу. Примерно пол ложки насыпала. Так, и сюда же я чеснок. Теперь это все перемешаю. И мне нужно каждый кусочек хорошо-хорошо натереть вот этой вот смесью. И вот тут я взяла вот такую форму, смазала маслом, чтобы у меня сразу это все не прилипало. И положила туда кусочек. Сейчас следующий тоже натру. Тоже отправляю сюда же. Так, теперь я сюда вот так наливаю вино. А что, обливать не надо? Красное вино это у меня. Я не называю марку. Поливать не надо? Нет. Не надо поливать. Оно впитаться должно. Завтра переверну. И будет в этом оно мариноваться. И будет в этом жариться. Нужно прикрыть мне. Вот пленочкой прикроем, а завтра фольгой. Ну да, пленка сейчас. Потому что мне нужно будет утром еще перевернуть это. Так. Давайте помогу. Вот так вот накрыли, поставим на ночь в холодильник, а завтра мы перевернем этот кусок мяса, а я вам хочу, пользуясь случаем, показать вот такую пленку купили. Как она называется? Glad. Это бренд такой. В общем, очень классная, прям по сравнению с тем, что была, вот это просто прозрачная, ну как чемодан. Она липкая, с одной стороны. А это вот с одной стороны липкая, она прилипает так хорошо. Ее несколько раз можно использовать. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Так по краю тарелки я пользовала, очень хорошая. Достала мясо, простояла всю ночь. Теперь я его перевернула. Сейчас закрою фольгой и ставлю в духовку на 200 градусов. Ну, это теперь смотреть надо от духовки, будет зависеть на 3 часа, на 2,5, у кого как. Вот так я форму закрыла фольгой, все ставлю в духовку. Прошло 2 часа и 35 минут, и мясо у нас приготовилось. Смотрите, какое оно сочное.
Вот видите, обалденное мяско. Вот такое получилось мясо. Сейчас покажу вам, как мы его разрежем. Смотри. Вкусное вообще. Оно очень сочное. Я кусочек сейчас отрежу. Очень нежное. Просто супер. Чувствуется вино, кстати. Тает во рту. Ooh, that looks good. Hi, Larissa. Happy New Year. Всем пока. До новых встреч.